Так, это буддийский центр Наньшань. Это Каймати Аватара или Нотаватар, наоборот, одного из буддисад. Нет, сам Будда. Сам Буддисад, это значит Нотаватар в женском лике, который защищает уже Хайнань сколько-то лет от тайфунов. Когда были тайфуны, вот это построили, и все тайфуны проходят теперь мимо. Мы посетим вот этот центр. Статуя там огромная есть, она, значит, попала в книгу рекордов Гиннесса, потому что считается самой высокой, что сказать, статуя, даже выше, чем вот это вот Иисус Христа в Бразилии, свободы в Америке, вот, то есть самая большая статуя. Да, то есть это самая большая. Мы ее пока еще не видим, хотя мы думали, что ее будет видно со всех сторон. Мы посмотрим, видео запишу.